Был сегодня на прогулке, ехал обратно, смотрю, что-то прыгает. А прыгает интересная птица. Или это взрослая птица, или молодая, не знаю. С ней что-то не так. Вертишейка. Это молодой птенец. Видно, хвостик еще не совсем, если вам видно, хвостик совсем коротенький, еще в колодочках. Птенец, видать, выпорхнул только из гнезда. Вертишеек птицы птенцов не кормят. Они только вылетают и сразу становятся самостоятельными. Такие маленькие птенцы выживают, наверное, только благодаря своей маскировке. Он летать почти не может, только порхает немножко и все. И вот когда к нему подходишь, он начинает вытягивать свою шейку и делается практически незаметным. Сидел на дороге, убежал в лес –